и новогодняя история произошла в одном из городов Республики Татарстан с мальчиком Артуром и девочкой Светой. Они торопились к своим друзьям, чтобы отпраздновать Новый год, и с ними случилось что-то сказочное и волшебное. Не верите? Тогда давайте посмотрим вместе. Да сейчас, сейчас, Свет, подожди, я список проверяю. Кому еще подарки подарить? Вот смотри, сначала я ждала тебя, пока ты своего героя прокачаешь. Потом мы долго-долго спорили, на чем же нам добираться до лицея. Ну, Артур, ну Новый год скоро. Да не беспокойся ты, все мы успеем. Давай вместе сделаем глубокий вдох и успокоимся. Часы волшебные. На кнопку не нажимать. Подожди-ка, это что получается? Раз часы волшебные, значит мы можем время остановить. А прикинь, как было бы здорово, да? Мы на кнопку такие нажали, время бац, и остановилось. Мы такие все свои дела сделали, потом снова на кнопку бац, и все готово. А потом бац! Так и ты все сверкает, искрится! У-ху-ху! Артур, очнись, пожалуйста, 21 век на дворе! Ну смотри, написано же, на кнопку не нажимать и не палаться с часами. Так, сейчас, придем. Нам нужно отнести их на вахту, да? Все, пойдем отнесем их на вахту. Какая возможность? Почему не попробовать? Ты тоже сейчас слышал эту музыку? А, да, я только нажал на кнопку, и музыка заиграла. Ты все-таки нажал на эту кнопку? Вот сломал 100%. Летите с горной кручи,
Ух, а ты чуть не срубила, в избушку на курьих ножках не унесла. Стой! Стою. Между прочим, это тебя Артур спасал, а теперь посмотри, он как сосулька. Снеговик. Да от этого не легче. Что делать? Думаю, здесь вариант один. Нужен Дед Мороз. Только он один из всех моих знакомых умеет волшебство творить. А где нам его найти-то? Ну, как обычно, громко-громко его позвать. Он придет. Дед Мороз! Подожди, подожди. Так не получится. Я же говорю, нужно громко. Нам нужны еще голоса. Огоньки вы мои, светлые. Поможете Свете позвать дедушку сюда? Ребята, давайте громко-громко все вместе, дружно позовем Деда Мороза. 3, 4. Здравствуй, Света! Здравствуй, елочка! Дедушка, а где мешок? А где олень? Мешок дома, а олени в зоопарке. А Снегурочка где? А вот здесь я тебе расскажу маленький секрет. Каждый год я из послушных ребят выбираю себе Снегурочку. Вот ты в этом году хорошо себя вела, училась на одни пятерки, слушалась маму и папу. Помоги и ты мне в этом году прочитать все письма и раздать всем подарки. Я согласна, дедушка, ну вот и хорошо. Только, Дедушка Мороз, есть одна проблемка у меня. Какая? Яка, злючка вот эта, посмотри, заколдовала моего друга, превратила его в снеговика. Да, вышел снеговик на славу. Ну ничего. Свет, ты давай иди в волшебный лес, переодевайся, собирай подарки. Ну, а мы сейчас постараемся как-то обратно твоего Артура вернуть. Хорошо, дедушка. Ну, ты, дедушка, представляешь, да. Это баба-яга меня еще срубить хотел. Ой, да я? Что вот это? Вы меня наговариваете-то? Ничего я не хотела. Я елочку просто нарядить хотела. А этот ваш, как его там? Артур, так он сам виноват. Посмотрите. Ноги голые, обувь летняя. Так он сам замерз и превратился в снеговика. Теплее одеваться надо. Ребята, она правду говорит? Ах ты, старая корга. Мы тебя выучили, высшее образование тебе дали. Я тебя на работу устроил. Салон красоты, а ты все за свое старенькое. Надо обязательно напакостить. Сейчас я тебя-то и накажу. Ой, подождите, а где посох-то мой? Так, в общем, я сейчас иду за посохом к себе, а вы здесь не балуйтесь без меня, договорились? Хорошо, дедушка. Все. Помощников моих. Ой, началось, магия.
все равно вы ничегошеньки не знаете. А звоночки перегорели уже все. Итак, первый вопрос. Когда впервые праздновали Новый год, число мне обязательно число иметь. Без твоей
какие молодцы! Какие? Вот это класс! У меня прям дух перехватило. Снеговик, ты мне расставил? Я подставил чуть-чуть. Личная работа! Ай, да молодцы, ребятки! И, ребятки, молодцы, держите ваши подарочки, такие красивые, блестящие. Нет, пока давайте здесь оставим на фотографию, да? Зажгите свои огоньки, зажгите. Огонечки, зажгите. Молодцы. Ой, молодцы. Ой, какие молодцы. Молодцы. Давайте все улыбаемся. 3, 4. Отличная работа! Красиво улыбнуться. Давайте положим правой ручкой. Левой. А теперь вперед. Вот.
Здорово! Так, ребятки, спускаемся. Красавчики, молодцы. Ой, блестят все, какие платьишки. Танишки, кофточки, ой, молодцы. Три. Ой, молодцы. Мне так понравилось. А песни-то какие зажигательные, да? Ой, мама, плохо на место. Так, бабы, Игорь, давай командой. Где ты там? Все вместе, дружно, дружно. Отличная работа. Три, четыре. Yeah.
немножечко попозже, да? Нет, это Пикачу. Пикачу, да я все, старенький, не знаю. Пикачу, Пикачу. У меня же в лесу такие не водятся. Давайте, давайте, ребят, ближе друг к другу, ближе встаем. Как у нас ребятки станцевали? И... Личная работа. Все встали? Ай, да молодцы, ребятки. Улыбаемся. Смотри. Один, два, три. Ай. Вот-вот-вот-вот-вот, заработало. Ой, он там тает, тает. А посмотрите, ребятки, обернитесь. Ёлочка, сестричка моя. А ёлочка, ты горит. И горит ногами красивыми. Печальная стоит. Давайте зажжем нашу ёлочку, чтобы ей тоже стало весело. А помните волшебные слова? Давайте все вместе, Снегурочка, начинай. Раз, два, три, ёлочка, горит! Вот она красавица, вот она красивая зеленая царица. Вот смотрите, Артурса Гора! Спасибо большое вам, мои дорогие друзья. Только ваши танцы растаяли, помогли мне. Ребят, спасибо большое. Спасибо. Ребята, какие вы все молодцы. Большое вам спасибо. А я знаю, что вы еще для Дедушки Мороза приготовили песенку. Это правда? Еще и песня есть. А готовы ее спеть? Готовы спеть? Ну давайте, ребят. Ну давайте скорее. Давайте, мои хорошие. Ой, какие все блестящие. Ёлочка, ёлочка, смотри. Прям как ты блестишь. Да. Все вместе поем, и родители подпеваем. Так еще и песенка моя любимая. Вот праздник у нас. Значит, будет ёлочка.
дорогие мои ребятки, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего. Будьте здоровы, слушайтесь маму и папу и учитесь на одни пятерки. И на следующий год мы к вам придем опять. Что подарки? Договорились? Будете нас ждать? Ура! Ну, нам пора, ребятки. До свидания, до свидания. До свидания, мои хорошие, до свидания. Пока-пока. С Новым годом! С новым счастьем!